Мы познакомились на Дне программиста. В интернете. Мы познакомились в интернете. Мы познакомились на концерте у друзей. Вот иногда ты думаешь, ты прям вот хочешь чем-то порадовать, удивить любимого человека. Пропадает сон, ты не можешь спать, ты не можешь больше ни о чем думать. Это просто с ума сойти можно. Он очень много всего делает. Он на пикник меня водит. Или вот что-то с трафаретом, непонятные какие-то штуки делает. И с камерой возится все время. Очень весело нам есть. Для меня главное в отношениях веселье, фан, ирония. Не люблю вот эти ни-ни-ни-ни-бежатки. Нет, не люблю я это все. Но объясните мне, что для меня, для взрослого здорового мужика, должна означать фраза «У нас будет маленький». Мы что, собираемся гнома переютить, что ли, а? Мы каждый выходной что-то придумываем, думаем, лишь бы дома не залипать, это нет, не для нас. Влюбленные просто заполонили планету. Вся Земля влюблена, как зомби все. Вообще, что происходит, черт побери. Мы уже вместе 6 месяцев. 6 месяцев, 4 дня.